Вождение в нетрезвом виде продолжает оставаться главной опасностью на дорогах. Водители, севшие за руль в пьяном состоянии, как правило, угрожают не сколько себе, а другим участникам дорожного движения. В первую очередь своим пассажирам. Один из таких случаев на днях произошел на Намском тракте. Подробности у Виталия Абрамова. В тот вечер, жатая на трактовой улице, водитель Nissan Elgrand каким-то образом умудрился опрокинуть свою машину. В салоне микроавтобуса находилось 5 пассажиров. Все они получили различные травмы. И, к сожалению, одна женщина погибла. Как выяснилось, компания возвращалась домой после празднования Дня строителя. И, естественно, без выпивки не обошлось. На берегу сидели? Что употребляли из спиртного? Водителя также госпитализировали. Медосвидетельствование показало трехкратное превышение алкоголя в крови. Результат анализа составил 0,47 мг на литр. Так как данный водитель был ранее лишен права управления транспортным средством, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Таким образом, горе-водителю уже грозит уголовная ответственность. Кроме того, инспекторы ГИБДД отмечают, что в последнее время участились ДТП с участием детей. Так, на днях, недалеко от лагеря «Радуга», что по Покровскому тракту, несовершеннолетний на мопеде врезался в дерево. А водитель тентового УАЗика попытался покорить сопку. Но ему это не удалось, и машина, кувыркаясь, упала вниз. В салоне находилось 2 детей, которые получили множественные переломы. В момент происшествия дети не были пристегнуты. Со слов водителя, он с детьми поехал в лес за грибами. Следуя по присолочной дороге со скоростью примерно 20-30 км в час при подъеме на гору, якобы из-за технической неисправности коробки передач автомашина покатилась назад, после чего опрокинулась. По данным фактам проводятся административные расследования. В ГИБДД в очередной раз просят родителей быть предельно внимательными и следить за своим чадом, особенно в этот предшкольный период. Виталий Абрамов, НВКСХ, Якутск.